知ってる？片側は永遠に燃え続け、片側は永遠の闇に包まれた。これは私たちの世界、そしてあなたの。導く力となって私たちに見せてほしい。И всем-всем привет, народ! Большое спасибо, что подключились, и вы вновь на канале Starlight, а мы продолжаем играть в Alchemy Stars. Продолжается неделька этой игры. Напоминаю, причины таких перемен, да? Времен. Первое. У меня банально есть время. Каждый раз я об этом говорю, но просто чтобы люди не спрашивали. Второе. Абсолютно новый проект на канале, чтобы сразу навалить контента, скажем так, и пройти через начальный этап, да? Разблокировать, показать фишечки начальные людям и вот это вот все. Третье. Самое, пожалуй, важное. Добраться до момента, когда у нас откроется фарм, чтобы был хоть какой-то смысл вне видосов заходить в игру. Потому что вот как с тем же Лимбусом было, там только почти под конец второй главы там и фарм, и Миррорка открывалась, хотя с ней там спорно. И до этого практически не было никакой причины мне, как челику, который записывает видосы, заходить вне этих самых видосов. Потому что надо показывать, само собой, какие-то вещи, да? Записывать не всегда выходит. Вот. А фарм, он как бы, ну, кому на это интересно смотреть, ну, кроме первого раза, да, когда чисто вот так вот оно все выглядит и так далее, да? А в этой игре, как и в любой другой гаче, фармить приходится реально много. Особенно учитывая то, что ресурсов здесь гораздо больше, чем в Лимбусе. И это все нужно. Вот. Так что как можно быстрее до туда добраться, чтобы уже потом спокойнее заходить в игру, там, копить ресы на будущее. Я думаю, это будет тема. Ну и тем более, что сейчас вот вкатывает пока что, да. Сейчас вот постепенно я охлаждаю себя в этом плане. Такой думаю, окей, все, надо это самое... пореже выпускать видосы, потому что, ну, я же всегда так не буду. Это только сейчас так, чтобы народ не приучить, а то мало ли, народ такой, типа, а чё, где ежедневные видосы на полтора часа? Ну, это, конечно, сильно. У нас осталось несколько фишек, которые мы можем открыть. Самое важное, конечно, что у нас появилось в предыдущий раз, это колосс, очевидно, вот это эхо прошлого, Сорос, который мы запустили в предыдущей серии, и скоро, очень скоро, будем взлетать. Так вот, если что, можно быстренько раз и собрать там призмочки, либо чего-то вроде того. Но по факту сейчас колосс, он нам ничего толком-то и не дает, потому что, ну, мостик это как бы ядро всего, дает муд, хотя муда у нас ноль, потому что, ну, ни мебели, ничего. А Люмина Грид распределяет, чего? Ресурсы, по факту, да, по колоссу. И вот этот вот пилар просто дает нам больше энергии, емкости энергии, чтобы мы могли дольше залипать. А все остальные приколы, они закрыты. Либо в будущих главах, как минимум во второй, мы сможем улучшить мостик и все получать, да, или открыть там чего-то еще. Хотя мы открыть-то сможем только
еще один Люмину Грид, чтобы больше строить, и одну комнату здесь, и все. И может быть улучшить то, что уже имеется. У нас в процессе будут появляться комнаты, ближайшие, по-моему, как раз таки в один, вот, как раз в 1.12 появятся, и можно будет с одной стороны что-то там с мебелью думать, но с другой стороны, чтобы нормально мебелью закупаться, ну кроме доната, да, это нужно открыть миррорку местную. А это только в третьей главе будет. Так что, ну это дело такое. Вот, ну и у нас... Вот это вот мне интересно, что такое в 1.12 откроется. Вот, ну, казалось бы, вот это вот не особо важный, важная часть меню, да? Ну типа там декор, там туда-сюда, почта, уведомления, это не особо важно. Но вот что будет здесь, это прям реально интересно. Когда-то еще должны делики ежедневные, еженедельные открыться. Потому что это все-таки... Ну, что-то свое. Так, о, третий день открылся, что? И мы автоматически типа 20 призм собрали. И залогинились 3 дня. Так слушай, так мы тогда, ну, можем получить гораздо быстрее, да? Там вон уже второй чептер закрыть, но это такое. В целом. Ладно. Ивент еще зайдем, посмотрим. И ведь мы же сейчас вот, допустим, все еще не можем ивент-превью в целом закрывать, потому что у нас нету вот этого Activity. Activity — это ресурс, который в деликах получается, который, вот знаете, в том же Лимбусе был бы в каком-нибудь Battle Pass, где ты выполняешь делики и заполняешь постепенно этот Battle Pass. Здесь примерно та же самая система. Вот. У нас что? А, у нас, кстати, еще вот с этой вот штуки... где она есть, ежедневные сайнины. А иногда попадаются, ну, кроме там денег обычных, да, кроме там призм и так далее, интересные штуки, например, части обшивки колосса. Вот эти вот вполне себе неплохие для усиления интерьера колосса. Это нам нужно будет для улучшения его комнат. Но пока что как бы и пофиг. И вот этот вот Auxiliary Supply Kit. Ну, то бишь, типа, набор со второстепенной штукой. Один рандомный базовый материал для возвышения. Ну, то бишь, сумка с лутом для возвышения, которую можно открыть. И рандомно получить себе какой-то прикол. Да? Хорошо. Помимо основного сюжета, чем мы сегодня займемся? Ну, давайте начнем сразу с рольчика. С рольчика начнем. Как обычно, сначала будем... вот эти вот флейры используют. Ну, подожди, что? А что? Вот это вот интересно. Как будто бы нужно заюзать 10 флейров в этот баннер, и чего, нам еще один даром дадут, или как? Или как? В чем смысл? Давай вот этот вот рольнем. Почему бы и нет? Не скоро закончится, потому что, ну... Потому что все, ивент подходит к концу. Трешка какая. Напоминаю, что мы пока что выбиваем постепенно новых персонажей, чтобы их не копить. О! Ребята, помните, мы читали историю этой самой Дуов, и она говорила про эхо некоторую, ну, некоторую, которая, мол, на Люмополис работает как проклятая. И говорит, я бы не вытянула такой прикол. Вот она, эхо! Еще одна девчонка, независимая, из курьера, из курьерской службы. И она курьер-ворона. У нее буквально какие-то руки-перья. Она типа мелкая. И у нее вот эта вот маска, как козырек в форме вороны. Для тебя письмо, милаха, говорит. Ну, мило, конечно. Слушай, челики из курьерской службы постепенно оккупируют нас. У ней бейдж такой. Ну, посмотри, какие они все прикольные. Лол. Ну, как? У каждого стиль какой-то интересный. Давай посмотрим. Угу. Да-да-да. Путешествующая по Люмополису. Этот курьер, похоже, является частью организации. Но большинство считают ее частным курьером в Люмополисе. Ну, потому что она... настолько редко путешествует за его пределы куда-то еще, да, что она как просто наш курьер, почтальон от народа. Ну, как и Дов в Люмине, типа. Она патологический трудоголик. И уснуть даже не может, пока не закончит все
имеющиеся у нее на руках дела. Ну, то есть, полная противоположность Дов. Блин, и просто у нее какая-то каркуша, блин, еще, которая носит сумку за ней. Ну это просто... Она конвертер молниевый. Ну-ка. Кроу-шок, какой-то вороний шок, просто наносит 140 урона по 8 тайлам. Ну, то бишь, как это делает условная Энджел, но что-то как-то даже не прокачивается и слабее. Эхо, блин. Гнев эхо телепортируется в любой тайл в радиусе 2 клеток от нее. Так слушай, ну это каждый ход она может делать. Ну блин, ну как будто бы та же Доув, вроде тоже трешка, она как будто бы лучше. То есть она телепортируется в 3 тайла от себя. Да еще и урон наносит, и вроде бы всего лишь в 2 хода. Ну не знаю, и вот эта вот фишка у нее прокачивается еще. Эхо какая-то слишком простенькая, да? То есть ей некогда даже в бою участвовать, блин. Чтобы вот это вот тут заниматься. У нее ни костюмов, ничего, потому что она трешка, к сожалению. Но приятно заиметь ее в свою коллекцию, да? Даже учитывая то, что это такой простенький персонаж. Смотри, эхо из курьерской службы, женский персонаж. Всего 4 дюйма. 4 фута с небольшим. То есть она полторашка лютая. 2 мая она родилась в Умбрейшене. Интересно. Очень забавно, учитывая там историю между Умбрейшеном и Люмополисом, но про это будет позже. Независимая из курьерской службы, воронья стратегия. Мы потом прочитаем истории. Как обычно, будем читать одну-две истории в раз и слушать фразы, да? Ну, фразы ближе к концу, и вторая история тоже ближе к концу. Давайте... я ж не могу Дов, например, повысить, да, сейчас? Ну да. Я ей, конечно, могу неподходящий подарок сделать. Это будет не очень... Но это все равно полти... Ну ладно, давай. Давай неподходящих подарков надаем, зато откроем новую историю и немножко ее прокачаем. Тем более, что эти подарки потом у нас будут в таком количестве. Надеюсь, говорит, это что-то, что поможет мне уснуть. Новые диалоги, новые... Блин, а я даже не обратил внимания, где у них там новые диалоги появляются. Ну-ка, подожди. Чисто ради интереса. Вот он, один новый диалог на двушке здесь и все. Ну, типа, окей. Давай посмотрим, блин, столько всего. И ведь это еще мы в самом начале, то есть потом-то будет все больше и больше контента, который можно будет посмотреть, и это реально жестко. Вот она, новая фраза. Я надеюсь, курьерская служба, это самое, хотя бы в этом году даст мне больше перерывов, либо чего-то вроде того. Надеюсь, это вряд ли. Мы уже читали, да, что вот первое сообщение это наше, или Вайс реакция на нового персонажа, а потом они уже сами про себя пишут, когда будут готовы. И вот как раз таки вот она здесь, это самая Ку. Я была членом семьи Пикинсов с того момента, как я родилась, и меня родили, я родилась в вагоне, типа, что это такое? Фургон, наверное, имеется в виду, что это вот как дома на колесах, либо чего-то вроде того, да? Семья Пикинсов, причем с большой буквы, да? Все представители семьи Пикинсов всегда становились курьерами исторически, да? Очень забавно, что она какой-то первый исторически не очень курьер в этой семье. Ну, то есть, типа, вся семья гордится, что они курьеры потомственные. И ее вынудили тоже им стать, а вот... Но нет, она все-таки хотела стать профессиональным курьером, как и мои родители. Я помню, как я доставляла всякую мелочевку еще с тех пор, как была совсем цыпленком, блин. Так что это был лишь вопрос времени, когда я бы достигла, да, этого звания. Но что-то пошло не так, блин. Я всегда мечтала свободно летать по небу, но... каждому приходится работать, зарабатывать деньги, чтобы выжить. Домик мой в Геннане довольно комфортный, но я бы не могла бы там жить, если бы не работала, да, на Иллюмину. Кроме того,
ну, типа, начинающим вроде меня всегда перепадает огромное количество работы. Ну, даже не перепадает, а на меня всегда спихивают огромное количество работы, я не вывожу. Вот что имеется в виду. А как было бы... А, что типа, я понимаю, что это намного лучше, чем ходить побираться... Поэтому я просто решила чилить, ну то бишь работать пока что. Пока что, пока я, ну, я не стану каким-то суперкурьером, которому там будут платить миллионы за каждую доставку, а пока что платят гроши. Ладно, я почилю, ну то бишь поработаю на Illume, ну я поняла. Чисто она выпрыгнула из родительского гнезда, голубка вот эта вот. И... вынуждена как почтовый голубь. Прикиньте, мне только сейчас это в голову пришло, что она почтовый голубь. Буквально. Почему никто про это не написал? Это ведь так очевидно оказывается. Угу. В общем, ребята, другие курьеры из Альянса, да, курьеров, вроде как позаботились обо мне. Так что... неважно... что, ну, раз-два я там опоздаю, правда ведь? Ку-ку. Ну да, то бишь, это самое, я же в профсоюзе, так что, в принципе, могу и покосячить. Забавная она такая, да, вроде я такая, хочу стать профессиональным курьером, но чтобы не слишком запариваться. Ну, видно, конечно, да, что она супер мелкокалиберный персонаж в рамках всей вселенной, да, но все равно довольно приятный, почему бы и нет. Напоминаю, что другие приколы там, у нее даже истории меньше, смотри на одну здесь. Потом будем повышать на более высокое доверие, потому что у меня просто подарков сейчас нету и ресурсов, чтобы эти подарки покупать. Так что на двушку будем вот это вот, чтобы знакомиться хотя бы немножко. И в приоритете будут ребята, которые уже участвовали в сюжете, как-то показывали себя. Ну или какие-то трешки, потому что... трёшки у них все равно супер малая роль в глобальной истории, поэтому как-то, ну, неважно, когда мы с ними познакомимся, да. А хотя бы четверки у них уже, ну, такая средняя роль, да. Ну, а пятерки и шестерки уже на первых ролях, ребята. Поэтому, ну, я не знаю, как мы там будем поступать. Ладно. Напоминаю, предыдущий раз мы пробудили Колосса, он готовится к взлету, а тем временем эклипситы атакуют. И потому как эклипситы поняли, что Колосс поднимается и внутри него Целестит, и мы там даже видели каких-то важных ребят из Эклипса, и они отправили чела, который, чтобы он нас развалил, взял в плен, потому что мы супер мелкие сошки, да, чтобы на нас отвлекаться. Это обидно так-то, но так-то правда, с другой стороны. Так что 2.12... защищаться до самого конца. Эклипситы наводнили Колосс. Защищайтесь до последнего. Пятый уровень наконец-то требуется. О, смотри, кстати. В основном водяные ребята, на это стоит обращать внимание. То бишь, лучше использовать молниевых персонажей. Новый тип этих самых эклипситов, смотрите. Злобоглазы. Я же говорил, что абсолютно разные есть эклипситы. Это просто какой-то... я не знаю, ядро. Он, кстати, 4 клетки занимает и совсем не двигается. По факту, это спавнер. То есть, пока он будет стоять, он будет спавнить мелких эклипситов вот этих вот. Так что это неприятная штука. Эклипсит, который специализируется на том, чтобы определять движение Авроринов. Также известный как провидец. Издалека можно его заметить, да? Ну, то есть это как глаз, который смотрит за передвижениями. Эклипсид с низкоуровневыми способностями призыва. Он не способен сам двигаться и спавнит дредчеров. А, дредчеры — это другие ребята. Вот здесь вот написано, что способны командовать дредчерами. То есть это еще более мелкая пехота. Понятное дело, что... ну, это лоу-левел эклипсиды пока что, даже не просто по игре, а в принципе в их армии. Так что вот. 6 раз соединить нормальную атаку. И чтобы не больше, не меньше 6 ходов осталось. Все это, понятное дело, элементарные задания, элементарная глава. Но тем не менее. Давайте попробуем вместо дов в этот раз взять эхо туже, например. Да?
Где она, кстати? А мы не... Что? А. Или, блин, Лилиам так-то есть, но она саппорт. Друзья, что она делает еще раз? Я забыл. Наносит... Ага. Росшейпе урон. Выбирает... Слушай, она вот вроде бы саппорт, да, у нее в основном на урон. Все. Давай ее попробуем повысить. Хоть посмотрим в бою. 6-й уровень, нифига себе. Давай, так вот, обычкой сначала прокачаем. То бишь мы сейчас даже уже не перекачанными будем считаться для этой миссии. Фулл тима 5-го левела. Я просто говорю, я в шоке от ребят, которые там выкачали себе одно возвышение 40-й уровень, потому что это по факту 70 уровней. То есть 30 уровней здесь, после этого первое возвышение и еще 40 уровней дальше. Просто на 70 уровней. Меньше, чем за неделю народ скачался. И даже дальше. Ну это же капец. Ну это страшно, да. Тут, понятное дело, прямо как в Лимбусе прокачка начальная. Но здесь все растянуто чуть подольше. То есть это вам не 40 уровней прокачать, как вы понимаете. Хорошо, погнали. Это вполне себе может быть просто бой без сюжетной подоплеки, вполне себе. А может быть, ну, типа, сюжетно, как они вообще позабирались на колосса и делают вещи. Но не всегда. Да, это... Окей. То есть, эта игра вообще не гнушается просто боями, вот без всего. Но зато, смотри, он какой. Эта матрица постоянно призывает эклипситов. Я лишь в руководствах видела упоминание про нее, никогда не думала, что столкнусь лично с чем-то подобным. Ну, выглядят эклипситы просто, ну, я говорю, необычно. Да? Максимум 5. То есть каждый ход он призывает по одному дретчеру. Слушай, неприятная тварь, максимум до 5. Если его не уничтожить быстро, то слишком будет много противников, так что аккуратнее сконцентрироваться на нем. Так что это самое. Каждый раз, когда будет возможность, нужно его атаковать. Иначе эклипситов станет слишком много. Видите, все новые и новые. Так и есть. Если мы с ним не разберемся вовремя, новорожденные эклипситы будут появляться раз за разом. Понимаете, вот каждый бой какие-то новые приколы свои появляются. Дай-ка я по звуку. Да, ну вроде бы все нормально. Мы можем по красной линии в целом пройти. Вот так вот, раз, два, три, четыре. Бам-бам-бам. Ну слабенько, конечно. Он, видите, он какого-то таракануса просто заспавнил, дретчера, который кусает. А, нифига себе! Он бросается, он в радиусе атакует. Он либо, ну, написано укус, но, наверное, бросится. Офигеть, так он опаснее вот этих вот. Использует когти, чтобы... А, ну потому что он две клетки, я понял, две клетки пройдет и ударит. И здесь то же самое, он две клетки пройдет. Ну окей, ладно. Я думал издалека, но это укус, типа это удар когтем, а это плевок. То есть, в принципе, вся опасная зона написана, где надо стоять, чтобы тебе в жбан прилетело. Я пал. Хорошо, давай вот тут пролетим. Блин, без дов уже как-то, да, не очень приятно. Вон, видишь, они очень быстро ложатся, вот эти мелкие, но они будут спавниться постоянно, это неприятно. Блин, вот здесь вот как-нибудь... вот это уже да. А, смотри, мы можем по этой вот линии пройти. Без дов уже это самое, как-то... Блин, вот эту линию бы совместить. Не получится. Ну ладно, мелочь мы уничтожим. Вон там Лилиам начинает выходить. Бам-бам-бам. А, Лилиям вообще не участвовала. Нам еще в ближайшем времени должны рассказать, что менять ему. А, 1.14 откроется, окей. Хорошо, давай всех расфигачим молниями. Ну просто на 20% больше урона входит в цели, которые вода. Так, еще раз, она выбирает тайл и откидывает всех. Ну-ка. А, блин, мы не можем тайл занятый. Ну ладно, давай вот сюда. Анка, раз.
А, и перемещаемся обратно. То есть такая переместилась, просто молниеносно всех там расшатала, раскидала и вернулась обратно. Ну, слушай, это неплохо. Неплохая способность. Кстати, мы можем сейчас просто зафигачить всех остальных. Вот же у нас идеальное соединение на синке. Вот здесь бы еще тайл был бы, было бы просто офигенно. Ну и все. По идее. А мы миссию выполнили, кстати. Слушай, нифига он жирный, ты просто посмотри, сколько он впитывает. Мы миссию выполнили. А, ну да, типа 6 атак разом. 6 атак разом? В смысле, в один ход? Ну ладно, хорошо, ему конец. Ну вот так вот еще сделаем, чтобы уж точно все атаки рядом тут прошлись. Слушай, неприятный жиробаз. Реально тупо спавнер мобов из Майнкрафта. А, тут еще вторая волна, подожди. Я вообще не обратил в них. Слушай, ну у нас как бы еще 6 ходов, конечно, есть, но... Так, давай вот что сделаем, вот так вот, чтобы потом по зеленке пройти. Хорошо, они нам не заслоняют проход. Нам хватит, интересно, на... Ах ты, смотри-ка, не хватает. Ну ладно, ничем. Просто потом, когда у нас будет возможность менять капитана, будет очень-очень все хорошо. Потому что можно там на первых особенно порах разные стихии там накидывать или просто по мере возможности менять капитанов и все. Так. Блин, как бы тут поступить, да? Они же окружат нас и попробуют расфигачить. Я бы вот сюда стал вот куда-нибудь. Чтобы потом перекрасить тайлы. А мы же их оттолкнуть можем. Интересно, мы можем оттолкнуть их от места, где мы стоим? Прямо сейчас. Слушай, давай попробуем. Ладно, даже вот сюда. Угу, вот видишь, пошли какие моменты. А, там уже синие тайлы появились. Это даже лучше. Смотри, сейчас что делаем. Во-первых, молнию закидываем. Может, кого-то убьем лишнего, да? Давай X2 сразу. Не добили. Жалко это, конечно. Мы урон наносим, да? Да, наносим урон, мы сейчас двоих убьем сразу. Вот здесь. Просто бамс. Слушай, не, ну геймплей тут прикольный. По-своему, это еще все фишки не разблокировались. И у нас персонажей не так-то уж и много. Так. А, ну так и вот так вот теперь. Мы сейчас вынесем всех в радиусе через Вайс. Потому что, ну, хороший момент. Хорош. Блин, только один живой остался, но это ладно. Сразу похилимся, пока клеток много. Вот вроде бы первая глава, да, такие приколы уже. Это совсем не сложно. Просто тут есть где мозги включить. Давай вот так. Нет, давай вот так. Давай вот так. И мы еще сейчас эту самую сделаем. Аврора Тайм. То есть можно будет во второй ход атаковать его. Сейчас все наши ребята... Может быть, мы его и сейчас убьем уже? Да. В принципе, шанс у него был сомнительный. Но эклипсиды все больше и больше. Ну вот видите, мы просто раз и миссию выполнили. Без каких-то приколов. Это вот что такое. Боевой архив первый. Базовая информация для возвышения для... А, для повышения челиков из Иллюмины. А, боевые архивы из Иллюмины улучшают боевые способности читателей. Ну это типа как руководство, да? Ну и всякие улучшалки, соль, там, шампанское и так далее. Нам для возвышения не только потом пригодится. Смотри. Старлайт, похоже, эти аврорины обнаружили новую фишку на колоссе. Может быть, ты будешь... А, если тебе интересно, можешь посмотреть, что у них там. Это чат открылся, ребята, чат с нашими ребятами, я как раз-таки про это говорил. Смотри, терминал это. Точно, то есть мы там можем переписываться с нашими ребятами. И это настолько, ну, настолько больше жизни добавляет в наше бытие навигатором. И всю эту огромную компанию, которая будет постоянно расширяться. Они будут всякие живые сообщения туда писать время от времени. Это реально круто. И даже приглашать нас в сюжете в своем поучаствовать именно отсюда. Вайс такая. Это система терминала, которая позволяет пользователям коммуницировать друг с другом удаленно. Я дал всем вам необходимый доступ. Вы прикинь, вот постепенно открываются новые приколы. По сравнению со стариком вроде меня... вы все, наверное, гораздо быстрее освоитесь с этой штукой. Чисто дед. Да я понимаю, тут сообщение Вайс, и мы можем ответить даже ей.
Но спасибо, что руками не надо печатать, просто выбирать ответы. Starlight, ты видишь это? Ну, типа, Starlight, она такая, типа, прием, прием, я учусь пользоваться. Вайбер, ребята. Ну, или ВК, или Discord, или WhatsApp. Ну, короче, у нас теперь родительский чат свой появился. Ну, типа, в кавычках. Что такое Vice? Мы такие, хоба, и она пишет. Давай обсудим текущую ситуацию внутри Колосса. Похоже, что некоторые вещи лучше лицом к лицу все-таки обсуждать. То есть, слушай, игра нас не только системе терминала научила. А, у нас же и комната сейчас откроется. Комната отдыха на Колоссе. Точно. И это первая сюжетка Vice, кстати. Starlight, видишь Vice? Вот она здесь. Она ждет тебя там. Давай, иди посмотри, чего ей от тебя нужно. Это сюжет. То есть, помните 14 сюжеток Vice? Это самый первый из них. Приветствую, Starlight. А там же было написано «Поговори с Vice» в этой комнате после 1.12. Угу. Ты выглядишь умотанной. Устала? Как дела твои идут? А, нет, как у них дела. То есть, подожди, это сюжет, он прям напрямую продолжает нашу текущую ситуацию в сюжете. Типа, выглядишь умотанной, да, она нас, нам тут помогает координировать, как они там. Или просто она, нас, она пришла сюда отдохнуть, чтобы от сражений с эклипситами. Все у них нормально. Им удалось отбить первые две волны атаки эклипситов. Никто не серьезно ранен, но все очень сильно устали. Вот, поэтому комнату отдыха мы откроем. Такой себе, конечно, такая себе причина, но, в принципе, почему бы и нет, да? Мы даже не знаем, когда эклипситы вернутся, то бишь они, ну, прочекали нашу оборону, мы их отбили, и пока что они вроде бы не это самое, не возвращаются. Угу. Starlight, а ты ранен? Да, нам-то чё, мы тут сидим, кукуем у себя. Все в порядке, я же просто командую, да? Я же просто командую на твои товарищи. Я не знаю, мне нравятся тексты здесь более живые. То есть вот многие там говорят, что тебе там в реверсе не нравилось. Вот я не знаю, там как будто бы тексты какие-то вот более стерильные, что ли. Я вот не знаю, они вот какие-то вот как из книги. Как будто бы нереальные люди говорят, как будто бы сценарист передает информацию. Я не знаю, ребят, вы извините, любители реверса. Может когда-нибудь и вернусь, но вот как-то вот, я не знаю, вот в душу не проник он. А вот здесь, вот там, вот с самого начала, постепенно, нормально разговариваешь с людьми и все. Капитан, навигатор! Вот видишь, обычные солдаты Люмины, это чисто их стандартный скин. Не шевелись! Я еще не закончила руку твою перевязывать. Вайс же сказала, что никто не серьезно ранен. И просто чел такой, типа... Ну, она его там оставила, сказала, ну, посиди здесь, а он такой, типа, капитан, вот это вот, навигатор. И она такая, типа, чел, я не закончила с тобой еще, ну. Смотри, у них и дамы есть, с ружьями с такими, прям. Ну, это выглядит красиво, вот эта форма Иллюмины, действительно. Капитан, вам удалось разобраться с эклипситами? Не волнуйтесь, мы их отогнали, да, наш отряд. Что насчет вас? Можете продержаться еще чуть-чуть? Угу. Мы немного устали, но пока что все хорошо. Угу. Ну тогда отдыхайте. Очень забавно, да, как вот вроде бы вначале она так предстала, что... Ну да, она глава вот этого отряда, но она лейтенант так-то в армии Люмины. То есть она очень ответственно там общается с солдатами и так далее. То есть это прям замечательно. Да? То есть она не растяпа совсем. Несмотря на вот эту вот свою любопытность, любознательность и вот то, что она каждой пробки затычка. Starlight, немного смущает говорить это, но не мог бы ты помочь мне позаботиться об этих людях здесь немножко? Да? Я пойду пока осмотрю, чего там с другими. То есть можешь пока за ними здесь присмотреть, а я пойду это самое. То есть вот... Мне вот это вот самое начало нравится, когда еще мы не сформировали какие-то более прочные связи с Vice и со всеми остальными ребятами. Мы пока что притираемся. Без проблем. Чудно, спасибо. И вышла.
Смотри, как кровь у тебя сочится. Должно быть реально больно. Ну, серьезно. Но не беспокойтесь, на Колоссе много медицинских припасов. Я сейчас их принесу. Забавно, у нас ни оружия, ничего, но зато всякие штуки жизнеобеспечения, припасы и так далее. Просто хоть отбавляй. Оставьте меня, навигатор. Я не так-то уж и серьезно ранен. Вон, идите, капитан Вайс, лучше. Помогите ей. Я, если что, сам. Она что, тоже ранена, что ли? Нет, но она очень беспокойно выглядит, да? Не может на месте усидеть, как будто бы что-то ее тревожит. С тех пор, как мы прибыли сюда, она и не присела ни разу. Я уже под ее глазами темные круги вижу. Блин, ну смотри, и они беспокоятся насчет... Ну если так, то я, конечно, пойду сейчас это самое, посмотрю, что там с ней. Вы тогда сами с собой, присмотрите. Ну вы понимаете, да? Сами разберетесь, а я скоро вернусь. Блин, это прикольно. Мы такие, Вайс, как у тебя дела? Как у тебя дела, блин, Вайс? Она такая, не, ну, она даже не присядет, пока, ну, не разберется со всеми делами. То есть, кто еще тут трудоголик, как Эхо, вон та вот, из Лимополиса? Очень иронично, что мы ее получили прямо сейчас, да? Под этот сюжет. Я не ранена. Тебе не нужно беспокоиться насчет меня. Нужно! Есть такие люди, которые, блин, ни помощи не попросят, ничего, пока не упадут в обморок, блин. Ты уверена, что все у тебя в порядке, Вайс? Тебя пошатывает, я вижу. Немножко. Старлайт, это не меня пошатывает. Это тебя пошатывает. В смысле, меня? В смысле, я? В смысле, мне опять сил не хватает? Но твои товарищи сказали, что это ты не отдыхала долгое время, я... Ну я же видел, да, что ты с тобой тоже не в порядке все. Одна Вайс, две Вайс, три Вайс. Блин, похоже, кроет меня снова. Блин, этот Старлайт, знаешь, который встал со стула и сразу у него сердце прихватило. Это настолько жизненно, что просто Кенри... Ну так это про меня история. Старлайт, ты слышишь? Слышишь, Старлайт? Все. Ну вообще... Ну, энергии нету, чуваке. Я... Что это? Что это я чувствую своей головой? Такое мягкое. Я... Лишь не помню, когда последний раз чего-то подобное чувствовал. Это Black Pill? Да нет. Скорее всего и никогда, да? Ничего подобного не было. То есть мы вырубились, и мы такие с закрытыми глазами еще пытаемся очнуться, и такие, что это за чувство? Незнакомое. Что со мной происходит? Так мягко. Как так получилось? Вообще, как так? Я никогда свою подушку такой мягкой не чувствовал. Да? Типа, что с моей подушкой стало? Почему она такая мягкая? Что это такое? Чел просто мечты миллионов ребят исполнил, буквально ничего не сделав. Вы понимаете? Чертов везунчик. А, ну так это ж я. Ну вы понимаете, да. Ты наконец-то проснулся? Все с тобой в порядке? You finally awake, я в повозке Скайрима, прикиньте? Давакин, так, тихо. И мы просто... Она нас оттащила в какое-то помещение, которое, кстати, потом и станет комнатой отдыха, буквально вот это самое, чтобы все могли тут отдыхать. Где я? Что ты делаешь, Вайс? Блин, эти истории. Угу. Ты обо мне беспокоишься, хотя это тебе надо было отдохнуть в первую-то очередь, ты, блин, тут упал. Это какой-то эффект от того, что ты часто с Колоссом соединяешься. Да, у нас стало гораздо больше сил после того, как мы Колосса активировали, но не настолько, как я уже говорил, чтобы прям затащить, да, что вот постоянно там всеми управлять и так далее. Но со временем мы научимся, у нас еще очень долгий путь. Вон, Данте тоже начинал с чего?
помнится. Думаю, что снова себя загонял, да? То есть ментально... Вы же знаете, что большая часть энергии в организме, которая тратится, она тратится на ментальные... Ну, на ментальные силы, да? На работу мозга. Именно поэтому, когда ты сильно устаешь, у тебя в первую очередь думается тяжело. Потому что не хватает ему энергии. Вот. А двигаться может... Мы же не на мостике. Где твои товарищи? Что с ними? Куда ты меня притащила? В темную комнату, блин, Вайс. Все с ними в порядке, но ты их напугал. Дурак. Но она этого не сказала, но, наверное, подумала. Я? А я-то что? Ты вырубился? По счастью, Дов была сзади. Измягчила падение. Дов такая рядом проходила. Дов просто вообще, не знаю. Она сюда прибыла просто легких бабок срубить, а у нее мы все вещи реквизировали для общего блага. Она, блин, вместо подушки у нас. Ну это просто за гранью добра и зла. А здесь я как оказался. Патрулирующий солдат нашел это место и сказал, что здесь, ну, какие-то, ну... Штуки на кровати похожие, они довольно мягкие. Как будто бы они специально предназначены для того, чтобы люди на них спали. То есть, прикинь, сюжетно обосновано то, что мы открываем комнату отдыха именно здесь. Вы понимаете? Я вспомнил. Я часто приходил сюда, когда я был ребенком. И это место действительно отличается от других. Да, то есть я здесь приходил, отдыхал, здесь реально здорово. Может быть, недостроенная комната отдыха, действительно. И да, здесь действительно куча мягких платформ, на которых можно сидеть. Иногда я даже здесь спал. Забавно. Но оно так мертвенько, конечно, выглядит сейчас. Это бы восстановить. Просто посмотри, они прямо такого размера, что как будто бы специально для этого и сделаны, чтобы люди на них отдыхали. Ты права. Возможно, что... Возможно, как-то это связано с тем, что Колосс все это время спал. Может быть, слушай, может быть это... Может, Колосс, он настолько живой? Там же говорили, что это... скрещение магии, технологий, разума и так далее. Может быть, типа от того, что Колосс постоянно спал, в нем материализовалась комната отдыха, как выручай комната, типа, да? Ну, то бишь, как внутри организма в результате эволюции там что-то появилось. Может быть, слушай. Я играл здесь много раз, провел много здесь ночей, но даже, ну, никогда этого не замечал. Да? Может быть, и раньше этого не так много здесь было. Интересно. Что такое? Мысль какая-то пришла в голову или что? Может быть, это место было, где люди раньше отдыхали? А может быть, оно и было, а потом оно просто стало заброшенным и обветшало. Такое тоже может быть. Неизвестно же, сколько Сорозу лет, ну, в эксплуатации, типа, да? Множество комнат в этом колоссе как будто бы были заранее построены. Но все еще не открыты. Это вот отсылка на то, как у нас там механика колосса работает, да? Ну то есть колосс, он как будто бы просто не доделан до конца. Все еще. Как та вот эта вот станция Люмины, которую мы построили. Ну то бишь разблокировали, типа оно было уже сделано. Мы просто подали туда энергию и все, и оно стало частью колосса. Очень интересно, говорю, огромная выручай комната. Это же твой колосс, Старлайт. Может быть, мы могли бы попробовать построить здесь комнату отдыха, либо чего-то вроде того. И так все смогут отдохнуть. Или типа представить, что здесь типа комната отдыха, и она появится. Чисто на ментальной связи. Я попробую. Ну, он буквально это, она буквально и предлагает. Может, типа ты представишь у себя в голове, что здесь комната отдыха, и тогда она появится. Это реально как выручай комната, лол. Пытаюсь связаться с колоссом. Пытаюсь представить, каким это место могло бы быть. Это то, что колосс мне показывает. Чистая комната отдыха. И вот эти кровати, кресла выглядят такими мягкими.
Или мы просто вышли на контакт с колоссом и такие, что это за комната, как она должна выглядеть в идеале. И колосс показывает вот такую вот картинку, ты просто посмотри. И все в этом стиле. То есть, с одной стороны, это супер хай-тек, с другой стороны, ну это что-то фэнтезийное. Я и говорю, вот идеальный баланс. То есть это настолько хай-тек, что вообще не похоже ни на что, что можно представить. Угу. И как будто бы эта комната отдыха действительно появилась перед моими глазами. И мы такие, хоба, открываем глаза, и она реально здесь. Это невероятно, блин. Прикиньте, мы просто такие, типа, представили, напряглись. И оно... Вообще это мне напоминает из контрола. Локации, которые тоже были связаны с разумным зданием, и в зависимости от ситуации и от обстановки там сдвигались части, выезжали какие-то, вот, ну, то есть, понимаете, материализовывались помещения и окружение в зависимости от обстоятельств и настроения атмосферы этой части дома. Так что это, слушай, это очень интересно. Мы просто берем и материализуем помещения, которые потом нам руками обставлять, само собой. Но все-таки там шахматы, смотри, там какие-то голограммы. Ну это круто. Это пространство внутри колосса просто стало таким. Превратилось во мгновение ока. И выглядит точно так же, как я только что видел у себя в голове. Вы видите, какие здесь истории? Они прям больше, я как говорил, чем вот те вот истории в Лимбусе идентичности, то есть это прямо реально сюжеты, дополнительные эпизоды по факту. В смысле ты только что видел, где? Ну да, я типа сконцентрировался и представил комнату отдыха. И она появилась, вот, прямо такая, какая и должна была быть. Ну? Ну и теперь, может, нам попросить, ну, типа, рассказать людям про это место. Сказать, что они могут здесь отдохнуть. Ведь пол на мостике твердый, как камень, блин. А тут хотя бы можно присесть на стул. И тебя это касается, Старлайт. Ты тоже должен здесь отдохнуть. А я-то что? Ты тоже не спала? М? А... Типа, я согласен, да, на это дело, если ты тоже отдохнешь, вот что имеется в виду. Ну ладно, 10 минуточек. 10 минуточек, ты тогда это самое, вот в этот момент сходи до мостика и скажи людям, что тут есть теперь место вот это вот, да? А я отдохну, честно-честно. Блин, это так мило. Без проблем. Никогда не думал, что на колоссе есть чего-то подобное, блин. То есть, видишь, это место постепенно обставляется и реально домом встает. Это круто. Блин, этот диванчик, он такой комфортный. Намного комфортнее, чем стальные кровати в солдатских казармах, блин, вау. Окей, ладно, ваша очередь отдыхать. Каждая группа 10 минут. Маловато, конечно. Почему вы так быстро, ну, типа, почему так мало? А, типа, нет, наоборот, типа, почему ты так быстро встала, блин? Не волнуйся, я совсем разберусь. Иди отдыхай, блин, Вайс. Да, капитан Вайс, вы очень долго не отдыхали, вы заслуживаете перерыва. Здесь на всех хватит комфортных сидений. Да? Да и даже на полу обшивка. Достаточно мягкая, чтобы просто прилечь или присесть или так далее. Да? Я уже отдохнула. У меня это самое, нужно разбросать там это самое, кто будет в какой смене на патрулях. Блин. Сколько в ней энергии, это ж просто офигеть. Вы слишком усердно работаете, капитан. Я сказала, для меня достаточно. Вот. Так что все, вы для себя выжмите столько отдыха за эти 10 минут, насколько получится, да? Вы отдыхаете, да? Вам это важно, то есть вы на передовой сражаетесь так-то. Яростные битвы со временем все более и более жесткими будут становиться. Поэтому я чувствую, мы здесь раненых будем принимать скоро, а не просто уставших. Угу. Но ладно, хорошо, капитан. И вы тоже позаботитесь о себе, капитан. Блин, они так просто заботятся о ней. Ну, потому что она заботится о них. Это очень здорово.
То есть она прям хороший лидер для них, даже такой локальной ячейки отряда, да, то есть она ж не генерал никакой, не, ну вы понимаете, да? Хорошо, Starlight, я тогда пойду на мостик, а ты подготовь расписание типа отдыха, кто там после кого будет отдыхать, да? Чтобы все отдохнули, мы просто киваем. Просто неутомимая Вайс, блин. Для всех трудится, только не для себя. Она может быть нам, ну типа, возможно, намного сильнее, чем я предполагал. Это мы-то думаем, что она на ногах уже не должна стоять, блин. Это просто как Дов и Эхо. Дов такая постоянно говорит, как это Эхо работает так жестко. Я бы, все бы перья у меня повылетали бы на ее месте. И вот Starlight по сравнению с Вайс такой же абсолютно. Вайс просто ложится рано, встает рано, точнее поздно ложится, рано встает и просто весь день пашет, жестко. И при этом не сказать, что она прям сильно устает. Это жестко, это сильно. Это здорово. И теперь можно заново этот сюжет прочитать потом. Мы получили плюшевую игрушку для подарков, и это место уходит на ремонт. А, так здесь светлячки все делают, дроны. Окей. Это по факту дроны взяли и замутили здесь вот такую комнату отдыха прекрасную. Ну это круто. Теперь тут можно... И вот ее, кстати... Кстати, вот эти вот четыре комнаты, их нельзя будет прокачивать. Да? То есть у них нет прокачки. То есть мы там просто мебель расставляем. Мы по факту мебель можем расставлять и в коридорах тоже. И на стены вешать, и на потолок, блин. То есть это все, знаете ли, дело такое... Здесь вот столики, стулья, можно отдохнуть здесь просто на солнышке поваляться, диванчик, вот это что-то посмотреть, там плюшевые игрушки лежат, но в общем стиле Колосса. Смотри, мы можем или не можем мы пока что? Алло, мы не можем? Скажи, мы не можем мебель расставлять? Мы не можем... А, ну у нас, смотри, постепенно мут повышается. Смотри, тут целая система. Улучшайте настроение, чтобы вдохновить Авроуренов. Вы можете давать им подарки, увеличивать частоту посещений от друзей. А-а-а! Смотри! У нас уже здесь есть два кофейных столика. Ну, не кофейных, шахматных. Проектор. И два стула. И все они дают... А, это максимум муда от мостика. И дополнительный бонус. Все, я понял. Это лимиты чисто. Все понятно. А мы не можем расставлять до сих пор? Механика не открылась, походу. Там Edit должна быть кнопка. Но походу... Блин, смотри, они как все поменяли, чтобы все намного более плавно было. Хорошо. У нас будут постепенно вот тут появляться сообщения. Я надеюсь, они будут накапливаться со временем, даже если мы будем не вовремя там заходить. И мы их будем, если они будут появляться, в начале каждой серии читать. Угу. А квесты постепенно открываются. И у нас всего лишь еще один квестик тут. Открыть кафе. Но кафе откроется в финале первой главы. Мостик мы только во второй главе повысим. Терминальные диалоги это, ну вот... А, терминальные, типа не окончательные, а просто диалоги прочитать в терминале три штуки. Чептер 2... А, подожди, а первая это глава. Ну, как будто бы... Просто можно заролить и дайну получить. Два сюжета Авроренов закрыть. Ну, короче, я же правильно понимаю, да, что теперь если мы откроем Вайс условную, то... А, офигеть, это вообще четвертый сюжет. Перерыв во время, ну, типа, перерыв после боя. А предыдущие где? Ну, они, наверное, рандомно потом будут выпадать. Окей, главное регулярно и на колосс заходить, смотреть, и... Но в основном это будет через сообщения, конечно, делаться. Чтобы, ну, мы не пропустили уж точно сюжетки с кем-то. Ладно, давайте продолжим. А, тут реальная запись. А что? Серьезно? Я-то думал, мы с туториалами закончили, но, походу, еще нет. Но мы начали медленнее двигаться, потому что у нас больше... Ну, в основном это потому, что фишки открываются, да? То есть, в предыдущий раз всего лишь два эпизода мы прошли. Потому что, ну, босс, ну, потому что с колоссом фишки открылись. И вот здесь, потому что терминал открылся, там, улучшение истории и так далее. Ну, и в начале, потому что это начало было, да? Нужно было со многим познакомиться. Хорошо.
Тут реальная запись еще одна, мостик. Увеличивающееся количество эклипситов наводнило самую жизненно важную секцию колосса, мостик. Блин, ну они постепенно рвутся, блин, к нам. И никак не могут пробиться, но это туториал очередной. 5 уровня. У нас должно остаться больше пол хп и 6 ходов. Ага, вот как раз таки Дайну дают попробовать здесь. Очень хороший персонаж, ну, мы ее в ближайшее время и получим. Как раз таки. Главное, что она единственный молниевый персонаж в этой всей штуке. Да, в пачке. Она выглядит просто, знаешь, в пиджаке, в рубашке, в юбке в какой-то. О, смотри, кстати, новый прикол. Еще одни новые приколы. Это место, что случилось? Смотри, провалы на поле боя тоже бывают. Вы что, думали, так просто? Иногда прям тяжко до противника добраться, потому что, ну а вот. Си, аккуратней. Ты же видишь пролом, ну типа бездну Starlight. Блин, просто в каждом эпизоде новые какие-то приколы. Да, это территория бездны. Не дает проходить сквозь. Опасайтесь эклипситов, которые могут прятаться за такими территориями. Угу. Эта территория отделяет нас от противника. Нам нужно придумать какую-то контрмеру. И здесь нам, говорю, нам... Ну, во-первых, это Вайс расстреливает издалека. А во-вторых, у Дайны очень-очень полезные приколы. Вы сейчас увидите, насколько она может быть имбовым персонажем. Смотри. Прикол Дайн. А, блин, ну, я показал. Ну да, то есть прикол в том, что... Вон, видишь, мы достаем даже вот так вот. Даже не с блан до нее. Остальные противники уже вполне себе знакомы. Видишь, раз и все. И при этом, блин, эта тварь как будто бы еще больше. Да, она 3 на 3 занимает. Из летучих челов спавнит. Похоже, что этот монстр не наносит много урона. Да? Мои способности как раз-таки помогают в сражениях против мелких противников. Но если все так продолжится, мы не справимся. Сейчас Дайна выйдет и сделает вещи. Ага. Похоже, что вы тут столкнулись с проблемами. Может быть, я, ну, типа, в этот раз смогу вам с нею помочь. Подведите меня к границе пролома и смотрите, что будет дальше. Ее прикол в том, это Дайна, да? Просто такая пришла-ушла ниндзя такая. Покажи ей, типа, путь. Для этого самого... Блин, жалко, я не могу прямо вот сначала показать. В общем, у нее прикол в том, что она по горизонтали вдоль линии бьет. Вы скажете, ну так мы видели какую-нибудь Angel, которая бьет и по горизонтали, и по вертикали. Да, но у Дайны прикол в том, что смотри. Она может быть просто разваливающей. Вон, видишь, видишь, она бьет в линию. А если мы сделаем 8? Она бьет в 3 линии. Или 9, 9. Она бьет в 3 линии. То есть мы сейчас так накроем жестко этого чела. Ну, я думаю, вы теперь понимаете, да, почему он офигенный персонаж. Жалко, что она по вертикали не бьет в другую сторону. Но это ее контрмера, чтобы она слишком имбовой не была. Просто смотри. Она сейчас врывается и просто ша! И просто молнию по всему этому раскидывает. Сработала атака Дайны. Пересекла разлом. Если бы мы только могли еще несколько раз это повторить. То есть да, ее надо прокачивать, чтобы она глушила. Но против целей, которые занимают не одну клетку, это вообще просто аннигиляторная пушка. Угу. Да, типы ну типа размеры там противников, урон, который мы вносим, эклипситы, у них очень много разных размеров. Но самые распространенные — это маленькие эклипситы, занимающие один тайл. Бывают на 4 клетки или еще больше. И понятно, они сильные, живучие, но и более уязвимые для там АОЕшного урона, либо чего-то вроде того. Это надо учитывать. Заметки Бартона не опубликованные. Про Бартона тоже потом почитаем. Чем крупнее противник, тем проще с ним разобраться. Просто держи ушки на макушке и продолжай сражаться. Намного более простая фраза, да, чем у какой-нибудь там Райнхард мы читали, да? А это имеет смысл, на самом деле, почему оно так. Хорошо, мы постараемся сейчас поближе подойти, это всего лишь одна волна. Главное развалить мелочь. Вот эту вот мелочь, конечно, урон неплохо впитывает, но... Ее много. В чем еще прикол Дайны? Вы скажете, это ее чейн-атака, да? Протянуть длинную линию.
и она еще его вмочит. Но у нее есть еще и активка. Palpitations. Интересно, что прощупывание. У меня вот такое чувство, будто бы это так должно переводиться. Но скорее всего нет. Palpitations. Сердцебиение. А, ну да, точно, трепет. Угу. Так вот, и Carpicious Thunder. Ну, типа, гремящая молния. Она вносит 250%. Мы, короче, выбираем тайл. И она вносит урон по всем в радиусе одной клетки, по-моему. То есть мы выбираем цель. И просто удар молнии ша туда. Но она просто невероятный персонаж. Особенно против вот таких. Она просто берет и убивает. На! Вы можете... И все, кстати, вот челики, которых породил спавнер, они сами умирают. Ну, это же просто жесть какая-то. То есть она нам просто нужна так скоро, как только возможно. Потому что, особенно в начале, она будет так нам помогать. Ну, а потом она просто будет очень крепким персонажем. Отвилка! Угу. И у нас, кстати, еще одна награда. За 75% пройденной главы, кстати говоря. Я думаю, можно туториал дополнительный пройти. Определение. Угу. Вокруг вас творится что-то неприятное. Использовать активный скилл один раз, и чтобы хотя бы один ход остался кого? А в чем сложность? Типа повторить, но типа по-своему? Да, но у нас нету... А, это по факту еще... Окей, это чисто Дайна сейчас будет участвовать, то бишь это чисто туториал Дайны такой. Насколько она сама может разваливать противников. Угу, я понял. А, ты смотри! Навигатор, добро пожаловать на испытание. Здесь лишь Дайну можно использовать, да, чтобы это дело завершить. Смотри, у нас... А, у нас 5 ходов, одна волна. И должен хотя бы один ход в запасе остаться. Чтобы всех... А, подожди! Это может быть не так просто. Угу. Смотри, тут как будто бы еще одного не хватает. Так может быть повременим? Может быть... Блин, я ведь не знаю его. Слушай. Давай вот так вот попробуем. Это, конечно... Блин, ну так урона много не будет. Подожди, вот как будто бы... Стоит потерпеть. Просто в таких вот челленджах, по-моему, строго залочен рандом. Да, чтоб прям супер рандома не было. А, так подожди, так она ж капитан, стой. Пофиг же, абсолютно. Она ж капитан, она же будет в любом случае спавнить тайлы вот эти вот. Ну, точнее, ну вы поняли, да, вот этот вот лютый урон. Но это жестко. Она сейчас просто возьмет и всех уничтожит. Они еще все водяные. Ну, то есть, ну, просто без шансов. Но зато, говорю, это просто не... Блин, ну как она делает? Она просто уничтожает. И все, и сейчас мы используем ее активку через ходик, и все. И чел, у него просто шансов не остается никаких. Ну, я не знаю, у этой игры прям замечательное обучение, как по мне. Которое вот прям показывает, как правильно играть, ну хотя бы на начальном уровне в нее, в эту игру, да? И у нее еще множится урон от того, что она проходит. Ну и все, парень, ты сейчас спавнишь и... Откидываешься. То есть мы должны за этот ход убить. Хотя нет, за следующий еще тоже, в принципе, можно, чтобы получить звезду, но это не проблема. Мы просто шот и минус. Вы посмотрите, у нее, кстати, еще очень красивая молния. Это не просто молния. Это молния, из нее еще птицы так вот вылетают из молний. Это прям жестко. Она нам нужна. Она нам нужна, она невероятна. Дальше, я думаю, мы прямо сейчас не пойдем, но по факту у нас еще 3 миссии осталось. 14, 15 и 16, собственно говоря. И после 14 откроется что-то еще. Фарм. Точно, вот он откроется в следующий раз. Я думаю, если постараться в следующий раз, то можно закончить полностью главу. Но просто там как бы финал главы тоже время займет. И сразу после финала у нас откроется... И ачивки, и архив, и чего-то еще, по-моему, комната. Ну, короче. Мы, конечно, двигаемся не так бы... О, видишь, мисс Банк что-то пишет, алло. Ну-ка, подожди.
Вот чуть-чуть не хватает, смотри-ка. И вот после 1.14 сразу смотри, зачисти данж хотя бы один раз. Но мы почти уже все закрыли в этой главе. Это прекрасно. Мисс Бланк. Есть какие-то планы на обед? А чё пишешь? Первый раз? Ну, вроде нет. Блин, просто переписываемся. Тогда, может быть, желаю, чтобы достопримечательности Люмополиса я тебе показала. Так мы не в Люмополисе пока что. Но это рандомные уже пошли эти самые, более или менее, истории от них. Ну, типа, диалоги здесь. Рановато. Это же уже 5-й раз в этом месяце. Ну, у нас как бы этого не... Ну, просто учитывайте, да, что это рандомные диалоги. Может быть, хочешь, да, чтобы Люмополис показала? 5-й раз уже, блин, я уже... Ну, столько много еще мест осталось, которые мы еще не посетили. 5-й раз еще, ну, типа, совсем мало. Совсем мало, чтобы увидеть все прекрасные места Люмополиса. До Люмополиса мы очень скоро доберемся. Так что спасибо, конечно, за какие-то внеочередные экскурсии там. Но мы переживем пока что. Хорошо. А давайте какую-нибудь еще историю, какую-нибудь историю от Angel. Послушаем, и можно от нее сразу и фразки посмотреть, да? Она ведь тоже участвовала в сюжете у нас в начале. То есть она из Зала Справедливости из Люмополиса. То бишь она там какой-то вот мелкий служащий, типа, представитель, ну, да, чего-то вроде этого. Сейчас узнаем побольше, почему она здесь вообще. Еще раз. Ангел по прозвищу Однокрылый Ангел. Женский пол, 5 футов 1 дюйм, 3 октября, день рождения. Элемент Гром из Люмополиса. И, понятное дело, максимальные связи с Люмополисом. И боевой стиль. Сакральная метка света молния. Мари, Вайс пишет. Без сомнения, ангел очень особенный. Ангел, у нее даже имя. Ну, типа, Angel. Ее так зовут, да? Что, ну, как Анжела, типа. Вот. Она очень особенная. Первый раз, когда я с ней встретилась, мне так понравилось ее вот это вот крыло необычное, да? То есть это вот вроде бы и крыло, а вроде бы и какой-то как хвост. Мне оно так понравилось, такое необычное, да? Первый раз, да, когда она попала в нашу экспедиционную команду, она так и взялась описывать церемонии в Люмополисе, чем она там занимается, да? Ну, что она там делает и так далее, для нее это было очень важно. Сначала она чувствовала себя неловко, прятала крыло у себя за спиной, даже несколько перышков потеряла от нервов. Но позже она научилась, больше научилась, да, как вести дела, привыкла к задачам, с которыми ей приходится сталкиваться, и начала встречать их спокойно и более взросло даже, чем ее, товарищи, да, одного с ней там роста, возраста или так далее. Может быть, она, знаешь, по программе обмена с Люмополиса отправлена была в Люмину, да? Ну, чтобы как бы... Ну, вы понимаете, да? Чтобы распространить интерес, с одной стороны, Люмополиса и... Потому что Люмополис и Люмины, у них альянс заключен, насколько я помню. Они... Между ними ни вражды открытые, нету ничего. То есть они именно что сотрудничают, в первую очередь. Вот. С Умбрейшеном с тем же не все так просто, например. Так вот. До того, как она присоединилась к нам, я слышала, что некий ангел из Люмополиса может работать с кем угодно, да, готова работать с кем угодно. Многое слышала вот такого. Но тогда... затем я поняла, типа, почему так. Все дело в том, что она терпеливо слушает собеседника, анализирует, да, вот эту вот информацию, и верные выводы делают, поэтому ей просто работать с каждым, по факту, да? Потому что она просто, ну, вы понимаете, да?
У меня что-то это самое, голова выключилась, но вы поняли. Она эффективная, ответственная и очень достойный воин, да? И на нее всегда можно положиться в команде. То есть, понятное дело, она тоже сюжетный микрочелик, да? Просто какой-то там ангел со своим каким-то сюжетом, может быть, из Лимополиса, но не какой-то прям супер знаменитый. Вот и все. Давайте послушаем, что она еще может нам сказать. Добро пожаловать, партнер по вере. Ну, в Лимополисе у них там в граде света религия, вот это вот все, там какие-то церкви, храмы повсюду, у них даже правосудие как будто бы ангельское, но они не ангелы в прямом смысле. То есть это не раса какая-то, это просто возвышенные такие челики. Вот. Скепсис рано или поздно тоже приведет... Что? Да, даже скепсис сам по себе идет рука об руку к, ну, с верой, да? То есть если ты там скептично к чему-то относишься, ты все равно как-то к вере. Это самое. Или имеется в виду be led by faith, ну типа ведется верой, даже скепсис. Угу. Имеется в виду. Не обязательно совсем постоянно справляться, как у меня дела, да? То есть я могу о себе позаботиться. Такая прям серьезная девушка. Нету, в общем, между светом и тьмой нету какого-то прям такого порядка, да? Ну, то бишь, нету какого-то правила, что вот кто-то там обязан принадлежать к свету, кто-то должен к тьме. Но тот, кто метается, типа, между светом и тьмой, не находит своего места, обречен на, ну, типа, на, ну, на проблемы, да, distinction, то есть на вымирание или чего-то вроде того. Вот что имеется в виду. Одержим вот этим вот. То есть ты всегда должен найти свое место в жизни, типа. Блин, она такая чисто тиферет. Тиферет. Она очень на нее похожа, кстати, по внешке и по... Если возникнут проблемы, можешь меня свободно спрашивать, ведь моя работа тебе помочь. Я, говорит, конечно, участник зала правосудия, но даже я последний вердикт, мне не дозволено, типа, да, выражать. Но это все в порядке, я не против. Пока я могу работать ради моей веры, да, меня устраивает. То бишь, она не судья какая-то, там, она может клерк какой-то, да, просто церковный, типа, чисто диечи. Ну, то есть мелкий клерк из зала правосудия. Но даже такие персонажи имеют место в нашей истории. Что? Сладости и яд — все одно и то же. Типа, излишество во вред. Почему, типа, кэнди? Почему, типа, сладости и яд одно и то же? Ну, это как-то жестко, конечно. Радикально. Мое одно крыло — это символ моей миссии. Это дар от веры, дарованный мне. Интересно узнать, почему у нее только одно крыло, кстати, и в чем там символистика этого всего. Для тех, кто верит, страдания лишь временные. Просто, знаешь, библейскими словами начала говорить. Если она просто стоит и ждет. А где я оставила? Я же оставила это здесь в прошлый раз. Почему? Кто взял? Если мы ее ставим ассистентом. Ну, я постараюсь оправдать твои ожидания, да, раз уж ты так веришь в меня. И постараюсь не подвести.
Когда мы ее получаем, вот она говорит: «Не смотри на мое одно крыло, это смущает». Понятное дело, что какие-то мелкие ребята не будут прям супер прописаны, да? То есть они там третьестепенной важности в истории, но... Ну, для массовки, но тем не менее. А сколько у нее сюжета, кстати? Всего одно. Окей. Ну да, если она там будет, то есть она вот в прологе появилась, будет там иногда на фоне появляться, но это нормально для ее звездности. Вот. Хорошо, дальше. При повышении. Теперь я могу дальше по безбрежному небу пролететь. Мне интересно, как вообще, это же крыло, оно такое странное. Оно такое узенькое прям вообще, да? Как будто бы его даже особо не... Как шарф это больше, скорее. Теперь я могу больше ответственности на себя принять. Теперь я стала языком веры, да? Тот, кто от лица веры говорит. Когда она входит в формацию. Новая работа. Когда скилл у нее готов. Я использую силу моей веры. Они на самом деле не все там прям на вере помешаны на... в Люмопулисе, но вы увидите, мы до туда доберемся еще. Аккуратно, когда в бою она стоит и ничего не делает. Типа, следи. Окей, когда скилл. Используй силу веры. Но у каждого Аврориана своя какая-то вот основная... даже не просто тематика, да, а фразы вокруг чего-то вот одного пляжа, потому что это его персонаж такой, да? Чейн комбо. Оперённое крыло. Очисти. После какого-то энкорп эти слова становятся очень напрягающими, если мы ее ставим капитаном. Пусть же начнется, типа, да начнется правосудие. Правосудие близится. Победа. Все обернулось так, как и было предсказано верой. И проигрыш? Такова воля судьбы. Бьякуя кёку? Бьякуя кёку. И куча разговоров. Вот здесь вот уже будет сюжет. Колось. Мое крыло, конечно, можешь посмотреть, но не трогай. Не трогай. Очень забавно, что во многих историях, где там персонажи с крыльями, или с рогами, или с хвостом, у них они очень чувствительные всегда. Интересно, почему так? В жизни, наверное, так же, да, у зверей? Кошки же не дают толком за хвост себя трогать. Даже, ну, просто, да? Про Люмополис говорит. Люмополис к процветанию привела совместная воля многих уверенных сердец, да? В том, что они делают, имеется в виду. Мы его еще увидим. Без веры даже и Люмина бы не стала тем, чем она является сейчас. Но как бы никто не против того, да, что вера во что-то, да? Она же не говорит, что вера там в высшие силы, там в бога в какого-то, а просто вера. Вера там во что угодно может быть, в себя, да, в товарищей. Вот в этом плане, да, это все работает. Сами ребята в Люмополисе, они вот, конечно, больше, ну вот, у них там они поклоняются божествам, это понятно, но они не то чтобы прям сильно насаждают это среди других народов, потому что, ну, а смысл, да? А вот это вот, кстати, прикол из Люмополиса, то бишь, ребята из Люмины, их девиз это «Сплендер и Люмина», да? А из Люмополиса они всегда говорят «Белая ночь», ну типа «высоко», да? «Во имя Белой ночи». Чисто апостолы Белой ночи, но это стоит запомнить. Затмение должно быть уничтожено. Это вот четвертая фраза, она забавна, что четверка это типа смерть, да? Но это в Японии. И здесь это всегда про эклипс, они говорят, все персонажи. Ну чистый свет против чистой тьмы, натурально. Смотри, как представитель зала правосудия, мастер Иридион была рождена, чтобы защищать честь Люмополиса. Иридион. Возможно, она даже есть у нас где-то... Не здесь? Ну, просто чтобы показать. По-моему, она где-то была здесь у нас. Просто ради интереса. И вот все же они из Люмополиса, вот эти вот ребята. По-моему, я где-то ее видел.
Прикинь. Вот она, Иридион. Прекрасная защитница веры. Просто местная Артурия, которая из Фейта. Прекрасно просто, но она супер серьезная. Она из такого более серьезного, ну не правления, но из серьезных таких кругов этого Люмополиса. Мы до этого еще доберемся. Хорошо, оставшиеся фразы давай тоже посмотрим. Да, эти фразы, может быть, занимают какое-то время, но интересно, я думаю, я надеюсь, кому-то их послушать прямо здесь, не отвлекаясь на какие-то дополнительные видосы. Ага. Смотри, мастер Питман, это... А? Сердцем полное правосудие. Сердце, наполненное правосудием мастера Питмана. Это не результат просто, что он таким родился, а его веры. Питман, это знаете кто? Это Зона. Мы доберемся до Питмана, он... это чисто чел, который за правосудие, за... Это вот один из самых жестких детективов каких-то Люмополиса, у которого постоянно вот сражение через рукопашку вроде бы. Он, по-моему, даже не мечом сражается, а кулаками, насколько я помню. Так что его нету, к сожалению, в баннерах сейчас, но мы доберемся. Прям интересный персонаж, и в сюжете он тоже будет. Вера очищает все и приносит новую жизнь в этот мир. Но даже вот у таких мелких персонажей есть фразы, которые связывают их с другими, и это реально круто. Чего? Дай мне знать, если тебе нужен будет кто-то, чтобы разобраться со сквернителями. Я типа с радостью тебе помогу, не совсем понимаю, про что идет речь прямо сейчас, но суть можно понять, да? Даже древняя, продвинутая цивилизация исчезнет, если кризис веры у нее возникнет, да? Это она про целеститов, потому что последняя фраза навсегда про нас и про колосс. Получение подарка. Я... Не хочу, чтобы ты так энергию свою тратил на меня, да, свои ресурсы. Я этого не заслуживаю. Но если подарок, который ей нравится... Эта вещь приносит мне покой, спасибо. Она такая милаха. Я говорю, это Зефирет просто. Такая и серьезная, и ответственная, но более такая мягкая. Во время летнего весеннего фестиваля. Счастливого Нового года. В этом году моя вера останется нерушимой. Забавно, что Новый год и типа весенний фестиваль, это забавно. И два сюжета. Интересно. Страдания верующих окончены. И теперь ход... Ну типа дефайл, это типа осквернителей. Мистер Питман, даже если мое крыло уже не сможет... Типа, позволит мне дальше лететь, я все равно буду стараться и двигаться дальше, я не отступлю. А мы потом откроем архив, и там будет более понятно, кто с кем работает, в каких отделах, в каких странах и так далее. Там прям целые сетки будут со связями. Намного будет проще понять. Dark Over Crisis как раз-таки это вот это вот глобальное нападение орд эклипситов по всему миру, в котором были вот уничтожены, ну вот как раз-таки то место в Эровели, да, с целеститами. И я чувствую, что все остальные тоже, у них были тяжелые времена. В ходе этого кризиса я семью свою потеряла, и крыло второе. И именно моя вера донесла меня до этого дня. То есть у нее своя грустная история есть, потери. То есть она очень стойкая, что даже вот так вот она все еще двигается дальше. Мы, понятное дело, в следующий раз начнем с того, что посмотрим ее вторую историю, а ей можно сразу вот так вот раз подкинуть вот этого вот, чтобы это не было, потом почитаем, и вот так вот раз, и повысить. И разблокировать диалоги и файл. Кстати, давайте сразу новый поиск, пока я не забыл.
Ты похоже... Похоже, что ты делаешь лишь то, во что ты веришь, не скованный никакими обязанностями, то есть то, во что ты веришь, то ты и делаешь. Я завидую твоей уверенности, да? То есть у меня все-таки, я на чистой вере живу, условно говоря. Belief и have faith — это разные слова, да? То есть belief — это твое мироустройство, как это сказать, твоя внутрянка, да, во что ты веришь, то основываясь на том, что, как ты поступаешь, мировоззрение это называется, я забыл, понимаете, я вот другими словами пытался объяснить. А верить — это надеяться, понимаете, да, условно говоря. А ты именно не просто веришь, не просто надеешься, ты просто, вот у тебя есть какая-то установка в голове, и ты свободно действуешь. Я завидую, говорит, этому. Вот что имеется в виду. Я не настолько уверенная в себе, вот. А вторую ее историю мы прочитаем попозже, а то предыдущая серия получилась довольно большой. Хотя, в целом-то, эта серия не то чтобы огромная. А давайте прочитаем, ладно. Я сейчас посмотрел, смотрю, а там... 1:20 с чем-то, то есть не 1:50, как в предыдущий раз. Давайте сразу прочитаем ее вторую историю, чтобы тут пока что закончить, да? Это она сама и пишет. Я участник залов правосудия из Лимаполиса. И представительница Рассветной Академии, причем Preaching Representative, то бишь как бы молящийся представитель, то бишь одна там из, мелких каких-то ребят, да? Но у меня также, помимо вот этих вот двух работ, да, и дел, которыми я занимаюсь, я также участник исследовательской команды. Это может показаться странным, да, и не сходится, да. Это-то в Лимаполисе, зал справедливости, то есть она судит, в суде работает, условно говоря, и представитель вот этой Рассветной Академии, которая там за веру, поэтому больше так на веру вот это вот. Потому как ребята чистые зала правосудия, они, конечно, за веру, но они скорее за справедливость, да? А она более у нее мягкий такой склад. И при этом она еще член вот этого исследовательской команды, что забавно. Я горжусь своими титулами. Интерн и, судья, вот этот малый судья, да? Я их заслужила сама. Эти титулы представляют веру госпожи Иридион в меня, да, то есть я заслужил эти титулы. И позиция адвоката Академии, или адвоката, есть другой какой-то перевод, позволила мне распространять идеалы Лимаполиса где-то еще, позволяет мне. В конце концов, мы все наследники и просветители цивилизации. Все на самом деле ребята из Лимаполиса — это не такие идеальные ангелы, да, в городе света. Они на самом деле немного ЧСВшные, что они как эльфы в каком-то плане, что мы там самая светозарная цивилизация мира, самая цивилизованная, самая просвещенная, вообще мы самые-самые, да, вот в этом плане Лимаполис. Хотя при этом у них там лютое социальное расслоение между элитой и простыми людьми. То есть они такие, скорее снисходительно на простых людей смотрят, что мы вас защищаем. Как, как королевское какое-то общество в средневековье, как знать, да? Знать и простой народ, хотя там-то использовали простой народ, как раз таки дворяне, а здесь, нет. В Лимаполисе поэтому не каждый сможет жить, потому что вот там вот прям вот все сковано правилами, да, сковано моралью и так далее. Вот. Это можно отсюда понять, но по большей части это я говорю. Угу. Должна сказать, что... Я всегда готова столкнуться с любыми препятствиями и сложностями на моем пути. То есть она же говорит, что
тот, кто проходит через тернии, да, достигает большего. Именно поэтому я и стала участником исследовательской команды. Она как миссионер Лимополиса, я понял. То есть она как бы и участник церкви, и участник, ну вы понимаете, и адвокат, и вот это вот все, и миссионер во внешних землях, типа того. Но на самом деле, даже учитывая нашу объединенную силу, Эклипситы каким-то образом умудряется меня и Вайз гонять повсюду. Очень забавно, что такая, как Энджел, работает с той, у кого, кого зовут Вайз, буквально, порог, грех. Это очень забавно. Угу. Однако всегда мы справляемся со всеми трудностями, да, ведь последний исход достигается нашей усердной работой. Вот, например, нам же удалось найти тебя. Мы же справились, да, несмотря на то, что нам было тяжело. Интересная она на самом деле. То есть мы поглубже, как только в культуру Лимополиса погрузимся, она нам еще более понятна станет, да. А Ангел, интересно насчет ее ног. Но я думаю, это еще более для нее такая щекотливая тема, чем ее одно крыло. Причем у нее как будто бы обожжена нога вот здесь вот. Хотя она не обожжена, как будто бы там облупилась краска. Может быть, она вообще настоящая Ангел. Вот это вот. Это интересно. Посмотрим, у нее там, говорю, и сюжет будет, и дополнительные приколы. И в историях она будет появляться, так что мы еще узнаем. Мы еще узнаем. Хорошо, ребят. На этом, я думаю, в этот раз мы закончим. Будем продолжать двигаться дальше в будущем. Лилиям сюда поставим, она все-таки поинтереснее будет. А других персонажей, вот Юрию так-то можно было бы еще прокачать. Да? Почему бы и нет? Хотя бы на 5-й уровень, чтобы она у нас было. Может быть, кто-то воспользуется, хотя среди друзей, среди товарищей все-таки. Хотя не факт, что только друзья будут пользоваться. Потому что вообще тут система саппорта выстроена так, что если повезет, то угодно может воспользоваться твоими саппортами. То есть, условно говоря, в бою ты нажимаешь саппорт и можешь как бы саппорт получить вообще от рандомных людей из комьюнити. То есть тебе не обязательно даже друзей каких-то иметь у тебя. Понимаете, да, насколько это полезно сделано? Вайс давайте сюда поставим, она еще будет полезнее. А вот с огненными персонажами у нас пока что проблемы. Выбить бы какую-нибудь хотя бы четверку было бы очень неплохо. Продолжаем двигаться по сюжету, продолжаем познавать, знакомиться с персонажами. Это интересно, я надеюсь, вам, потому что мне очень приятно, еще раз говорю, в эту игру вернуться и ознакомить больше людей, может быть, с ней. Потому что больше людей подписываются, качаются, играют. И, ну, меньше, конечно, даже, чем в реверсе. Очень забавно. Неужто настолько меньше людей знают про Alchemy Stars, чем про реверс, хотя столько лет Alchemy Stars. Любопытно. Ладно, в любом случае, мы с вами увидимся в будущем. Может, на этой неделе, может, уже на следующей. Посмотрим. Ну и все, да? Подписывайтесь, ставьте лайк, если вы этого еще не сделали. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить дальнейший контент. Ну и пишите ваши комментарии, как всегда будет интересно почитать, как там ситуация, да, в вашей голове. Что? Залетайте на стримы или смотрите записи трансляции, все необходимые ссылочки на Twitch, ну, короче, вот на соцсети, на поддержку канала в описании под видео, в шапке канала или в описании канала, как вам удобнее. Огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает канал. Ну и вы сами тоже можете ознакомиться со всем вот этим вот делом. Я забываю, когда все это открывает. Ознакомиться, и, может быть, вы тоже захотите. Я был бы очень благодарен. Ну, а мы с вами увидимся в следующий раз, когда бы он не был, чтобы вы там не смотрели у меня на канале. Так или иначе. Так или иначе, все. Надеюсь, что у вас все хорошо. Ребята, всем удачи и всем пока-пока.